Радник Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо розвитку воєнних дій у найближчому часі. За словами Арестовича, запеклі бої можуть відновитися у червні на початку липня 2022 року. Про це він заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 27 квітня. И мы, значит, где-то к середине июня получим, я так думаю, боеспособные части, вооруженные этим западным оружием, готовы переходить в наступление. Короче, где-то вторая половина июня, а скорее июль, это запекли бои, в смысле по-русски, ожесточенные бои, только украинская армия пойдет в наступление. За это время российская армия прекрасно это понимает. И, голосами некоторых наиболее трезвых экспертов уже озвучено, типа Ходоренко тоже. Она понимает, что они будут максимально пытаться создать свою встречную группировку, либо во встречные бои вступить, либо в оборонительные бои, имея там какой-то резерв оперативный управления нашего главного удара. Для этого, внимание, российские мамы и папы тоже погонят, дяди, тети, дедушки, бабушки, погонят срочников, которые начали призывать с 1 апреля, потому что больше негде брать. И эти ребята, пройдя еле-еле двухмесячное обучение, а многих из них же призыв жили до 1 июня, многие из них и одномесячное обучение, а то и меньше. На старой ржавой технике или восстановленной, которую удастся там гриво-косо восстановить, их радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых до невозможности украинских частей, в каждом глазе которого отражается буря и Мариуполь, каждого украинского солдата. Ну, можете себе представить, что будет с вашими детьми. Подумайте на эту тему, хорошо. Может, вам не нужна эта война.